Итак, продолжаем знакомство со стихами Даниила Хармса. «Кошки, однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул: эй, вы, кошки, пойдемте-ка со мной, пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой. Скорее пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет». «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут, уселись на дорожке и дальше